Это я сейчас на той траншее, которую мы копали всей деревней. Около 300 метров длины. Но тут вода практически стоит. Ничего не течет. Вот так вот. Ну и к краю подойти здесь опасно. Тут батюшка был сегодня. Вот видите, как сугробы рухнули, обвалились. Вода там подмывает. И он на той стороне уже, четвероногий друг наш. Шарик Швондер. Везде успевает. Вот так вот. Слава Богу за все. Поют жаворонки, слышно вам или не слышно, но где они, их не увидеть. Где-то в синеве лазурной, в небесной синеве, по тверди полетели птицы. Красота, весенний воздух, весеннее торжество. Скоро будет пасхальное торжество. Скоро запоем «Христос воскресе». Слава Богу за все. Ну вот, Шарик, ты как теперь перелезешь? У Мишка-то мало у тебя. У Мишка совсем там не слишком. А, Шарик? Шарик? Теперь будешь оббегать вокруг. Надо тебя вон там позвать и прибежишь, надеюсь. Туда далеко обходить. Слава Богу за все. Слышно или нет, где-то вот жаворонок поет в небе. Не видно его. А вон там след самолета разрезает небо пополам. На солнце плохо, конечно. И где-то жаворонок поет. Вот сколько уже снегу растаяло. Осталось по лагам, ну еще по полям кое-где. Южные склоны растаяло. Вон он, Шарик, бегает свобода. Собачья радость. Он где-то высоко поет, жаворонок. Вчера слышно было, журавли курлыкали, позавчера гуси летели, кое-где уточек видно. Птица возвращается, тепло пришло, весна. Шарик! Шарик! Так занятый, что не отвлекайте его. Собачья свобода. Что-то ищет. Да мышки поди полевые. Поди полевые мышки. Слава Богу за все.